Давай руку подскользнешься. Что будешь делать на 14 февраля? Мы еще не знакомы даже. А вы меня за руку берете. Ну, чтоб ты не подскользнулась, я беспокоюсь. Вы со всеми так знакомитесь? Да. Представь такую ситуацию: у парня, допустим, нет девушки, да, ему нужно 14 февраля уговорить девушку или там быть с ней. Ну, как бы познакомиться с ней, хорошее впечатление произвести, как бы в кино пригласить, она точно не откажется. В кино, да? Да. А вот вы бы не отказались? Нет. Девушка, здравствуйте. Вы так красиво выглядите, можно вас в кино пригласить на 14 февраля? Это вам. Спасибо. Будете моей девушкой? На 14 февраля? И на следующий год. На 365 дней. Я вас даже не знаю, а познакомиться. Тогда 3 часа, может быть? Давайте я ваш номер запишу. Давайте. St. Valentine's Day. Yes, the nice Valentine's Day. I want to suggest you a girl, very fine girl. Which girl? This girl? Yes. She's your girlfriend, not my girlfriend. She's my very good friend. And I seek for you, for her man from India. Okay, I'm ready. You are ready? Yes. Вот, и он не хочет отмечать один. И он плачет. Заберите, пожалуйста, его. Он очень хороший, он позовет вас в кино. Он устроит вам романтик. И вообще он во всем хорош. Есть? Да. Даже лучше, чем он. Я разрушу все ваши планы. Да. Заберите, а? На денек. На один день. Почему? Вам понравится этот день. У тебя девушка есть на 14 февраля? Просто вот хорошую подругу, вот завтра ей не с кем сходить, а? Отвезти куда-то что-то? Ну да, вдруг, если у тебя есть время, смотри, симпатичная девушка, просто завтра скучает одна. Может, ты... задачу. Да, давай, запиши просто. Ты не куришь, не пьешь, нет, надеюсь? Нормально. А где учишься? Вот, в ГОТУ. В ГОТУ? Какой курс? Второй. Ну нормально, да. Свою подругу хорошую хочу, ну, предложить тебе, допустим. Ну, чтобы вы познакомились там поближе. А, я понял. На 14 февраля. О чем ты? Я не знаю, честно. На 14 февраля с кем-то... Ну, конечно, ты понимаешь... Я не знаю, вот просто. Ну, просто понимаешь, там все девушки, блин, начнут выкладывать там всякие фотографии там. Это зависть женская, понимаешь? Это не зависть женская, это глупость женская. Ну, помоги нам. Чем же помочь я ну, могу? Ну, просто завтра с ней день проведешь. Он будет часто с подругу. День просто проведешь с ней, в кино сходишь. Вот она, что это-то? Странно, конечно, это странно. Давай? Куда? Давай, куда пойдем? Я не знаю вообще. Смотрел я сам. Ты все это Не. Ради меня. Я... Давай на спанч Боба тогда. Парень, извини, не знаешь, вот у тебя есть девушка или нет? Нет. Просто смотри, вот моя хорошая знакомая, да, на 14 февраля, она говорит, ну, скучная, не хочет одной проводить. Может, ты как-то, ну, посодействуешь, может, в кино сводишь, там, просто кино сейчас, говорят, какое-то появилось женское. Нет. Просто если у тебя, может, время будет, может, время. Возьмешь телефончик у нее хотя бы? Времени нет. Может, телефончик просто возьмешь потом? Телефончик когда... можно. Да? Запиши тогда. Что на завтра планируете? Ничего. С молодым человеком, может, встретиться? Нет. Почему? Я ничего не выбрала, с каким из них. Выбирай, у тебя есть 5 секунд. Выбери меня. Выбери меня. Нет, вам просто девушка. Подвоха нет, мы еще. Мы просто хотим встретиться с девушкой завтра. Вам настолько скучно завтра, что ли? Ну, конечно, а что делать? Хорошо, здесь завтра в 3. Привет, ребята, поздравляем всех с Днем Святого Валентина. А тех влюбленных, у которых скоро состоится свадьба, приглашаем на выставку Grand Wedding 2015, которая состоится 15 марта 2015 года в Правда Холл. Ссылка в описании. Вот фильм вышел, да, как он называется? Нет. Интересно. Нет. Спанч Боб? Да, Спанч Боб вышел. Мультфильм. Да. Now tomorrow you and she will go to the cinema, okay? Okay. Then? And then marriage. Then? Children? And children, yes. True children. True only. Okay? Only two. Хватит.